Приветствую вас. Алина, давайте разберем ваш вопрос. В первую очередь хочется сказать, что вы обобщаете, говорите, все мужчины. Это искусственное упрощение ситуации. Вы обобщаете, перенося на всех свой собственный опыт. Следующее. Вы сравниваете себя с другими девушками. Коль вы это делаете, скорее всего, вы пытаетесь в глубине души что-то доказать или также в глубине души себя обесценивать. Иначе вы не сравниваете. Дальше. Как мне кажется, вы действительно в какой-то степени подавляете свои спонтанные чувства, спонтанные какие-то эмоции и так далее. То есть вы не действуете спонтанно. Почему-то для вас спонтанность, эмоциональность, неожиданность – это то же самое, что и проблема с головой. Нет. Нет. Понимаете? Вам кажется, что во главе угла адекватность. И в какой-то степени да, адекватность это здорово, но у вас очевидно перекос в эту сторону. Вы обесцениваете эмоциональную, нерациональную сторону человека, в частности, девушки. И мужчин, которых вы себе выбираете, очевидно, не устраивает эта история по причине того, что сами они, наверное, более эмоциональны, чем вы. Вот. И, соответственно, как бы им этого не хватает. А с человеком таким же, как вы, с таким же адекватным, серьезным и так далее, чересчур взрослым, вам, скорее всего, будет самой скучно. Вот. А, собственно, такая вот история. И самый главный момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это ваша направленность на то, чтобы построить отношения с мужчиной. То есть такое ощущение, что при всей вашей взрослости, при всей вашей цельности, при всей вашей серьезности, при всей вашей рациональности, есть что-то такое, что мотивирует вас искать мужчину и пытаться построить отношения с мужчинами. Не с людьми, не с личностями, а с мужчинами. И возникает вопрос, а что же, что общего у вас с теми, с кем вы пытаетесь строить отношения? И что вас объединяет? Что у вас общего? Очень часто мужчины уходят не потому, что у вас какое-то поведение и так далее, а потому что изначально общего было очень и очень мало. Такая вот история. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я вам хочу пожелать искать не мужчину, но личность. Желаю вам всего самого доброго и надеюсь на отклик по моему ответу, что и послужит вам началом для работы над собой.